находимся в Версальском дворце. Версальский дворец был построен Людовиком XIV, в котором он жил 50 лет. В Версале сейчас это пригород Парижа. Очень красивый и богатый зал. Очень много экскурсий и людей. Я передвигаюсь с одного зала в другой. Шикарные люстры, шикарные картины. Есть аудиогид, который рассказывает на разных языках, в том числе на русском, о каждой этой зале.